мгновенья нету страха, лишь порыв энергии любви, что вас влечет, пленяя. Дух вас ведет, кусочек тайны приоткрыв, то ускоряя вальса темп, то замедляя. Душа поет, искрится и струит энергии разных спектр творения вплетая. Да вот таких минут и жаждет сибарит, когда он в гамаке качается, мечтая. Посетил, чтобы вдохновить вас на борьбу за мироулучшение истины искание, чтоб людям приносить любовь и красоту, а не кривить лицо, давая замечания. Борись, свершай, ты это можешь, ведь сейчас не упусти свой шанс, дай отклик на зов Бога. Сверши хоть маленький шажочек в этот раз, и пред тобою вмиг откроется дорога. Покой сможешь ты далее идти, себя и мир вокруг попутно улучшая, своими мыслями себе не навреди, что у тебя особая душа благая, все души при своем рождении чисты, их надо научить такими оставаться. Душа, она ведь как родник, в ней мощные пласты, и ими предстоит с любовью заниматься. Священное Писание дает нам всем ключи, чтобы сознанием войти в глубины храма, над смыслом размышляя утром и в ночи. Писание есть ведущая в рай брама, Писание есть тот самый эликсир, что оживляет наши души для сражения. Борьба с самим собой, где эго враг кумир, Лига победит, нет шансов на спасение. Душа поет, искрится и струит энергии разных спектров творения вплетая. Да вот таких минут и жаждет сибарит, когда он в гамаке качается, мечтая.